Трогательный подарок преподнесли люберецким роженицам клуб городских поэтов «Старый кот» и литературно-музыкальный салон «В гостях у Анны». Подержи мою маленькую ладошку, где солнце встает, подаренное только мне. Во дворе роддома звучали авторские стихи и песни о любви, доброте, семье и, конечно, самом дорогом – детях. В родильном отделении Московского областного центра охраны материнства и детства находятся 150 женщин. И сегодня творческое объединение поэтов и певцов Подмосковья подготовили для них авторский концерт. Подари мне любовь! Уже через два дня уже я готовлюсь стать мамой моей дочки, моей первой, самой долгожданной. Это мероприятие вообще прям меня еще больше вдохновляет на это все. Два года назад мы в Жуковском вместе с Андреем Бабиным, председателем Люберецкого клуба «Старый кот», организовали литературно-музыкальный салон «В гостях у Анны». Анна – это я. Мы первый раз счастливы здесь провести этот концерт. И мы надеемся, что мы на регулярной основе будем с удовольствием радовать этих замечательных женщин, может быть, их мужей, которые вот сейчас вот уже подходят к выписке, которые встречают своих детей. Любовь.